останки животных различного периода. Вот. Они словно будто отпечатались на камнях. Вот такая вот красота, дорогие мои. Покажу вам несколько других камней. Тоже красота здесь вот такая. Я даже боюсь соврать, как это все называется на русском языке, так как я не специалист в области геологии. Вот такая красота. Смотрите, какие интересные камни. Переливаются различными цветами. Барит. Так, это араганит называется. Так, это сера, сульфур на английском. Так, это ситрин. Аметист. Красивый, смотрите. Красивый аметист. А здесь кварцевый кристалл. Конечно же, все это не добывалось в Южной Корее. Это завезено из других стран. Из Африки, Бразилии, Уругвая. Вот. В каждом камне есть подписи. Ну и, конечно, там написано, из какой страны этот то есть объект был завезен. Красивые. Красивые какие-то.